Новая жертва коронавируса. Еще 6 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались в больницах Белгородской области. Не справились с болезнью трое белгородцев, двое староскольцев и жительница Губкинского городского округа. Возраст умерших от 60 до 85 лет. Всего от ковида в области умерли 1185 человек. И вновь рост числа зараженных. За очередные 24 часа выявлено 208 положительных тестов. Это самый большой суточный прирост с начала пандемии. 64 новых заболевших в Старом Осколе. В ковид-госпиталях региона 1795 инфицированных, 47 в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких.